Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Fastps Club, народный проект номер один. Я продолжаю делиться с вами своими результатами. Ну, дней работы 3 дня, проект новенький, и он меня конкретно зацепил. Выплачено уже 5840 рублей. Прямо на кошелек. В проекте деньги как бы они не задерживаются, идут автоматом сразу на Pair кошелек. 100% сеть. 25 реферальных, если кто умеет приглашать без вложений. И, друзья, читаем вот здесь о нас. Я зачитывать не буду. Очень внимательно все читаем. Здесь и автопереход, и реинвесты. Все присутствует. Давайте зайдем в личный кабинет. Я покажу свои результаты. Я зашла сюда на 8 рублей. Вход сюда всего лишь 8 рублей. А доход более 900 тысяч. И мне выплачено прямо на кошелек уже 46 рублей. И я перешла реинвестом опять в первый шаг. И автоматически во второй шаг перешла. Вот. Давайте покажу вам. Давайте перейдем сначала на Pair, разберемся. Значит, смотрите. Так, вот мои денежки. Вот это вот с Fast этого клуба. Fastps Club, это все реферальные. Вот это мне пришли начисления за первый шаг. Fastps Club за первый шаг. Перевод выполнен. 9 марта. И вот эти вот тут у меня идут тоже. Вот тоже у меня. Вчера шли как бы Fastps за первый шаг. И вот здесь. Это я все показывала. Так, теперь перейдем на проект. И тебе посмотрим шаги, друзья. Я вот опять перешла. У меня уже первый шаг закрыт. Я автоматически перешла на второй шаг. Но у меня реинвестом пошел еще один первый шаг. И посмотрите, у меня уже пришел человек в первую линию. Это уже, я не знаю, у меня вроде такого логина нет. Генерал какой-то. Вот. Один из трех. Далее, вот пошел. Так, теперь шаг номер два. И вот у меня открылся, я перешла как бы автоматически, зайдя всего на 8 рублей, во второй шаг. И вот у меня теперь будет закрываться первая линия, потом вторая линия. И уже вознаграждение мне отсюда будет идти 66 рублей. Далее опять плюс реинвест во второй шаг и плюс автопереход в третий шаг. И вот таким вот образом я буду двигаться. Ну и вы тоже. Так, история выплат. Также здесь вот все. Мои выплаты все. Вот первый шаг. Все на Pair. В кошельке, ой, в проекте денег нет, друзья. Смотрите, 22 рубля выплата за первый шаг на кошелек. Сразу на кошелек денежка идет. Вот, мне даже на почту письма нет почему-то. Вот. А, вру, пришло письмо. Мне 2 рубля вот не было, потому что сумма, наверное, сильно маленькая. А вот 22 рубля мне пришло письмо. Так, ну и все, в принципе. Здесь вопросы-ответы, поддержка, отвечает. Я общалась с поддержкой. Вот. А пока, почему я спросила у поддержки, можно ли купить заранее как бы авто, ну, в шаг номер два. Ну, пока я с поддержкой общалась, мне пришла денежка, и мне ничего уже покупать не пришлось. Как бы я автоматически уже перешла на второй шаг и
реинвестом первый шаг. И здесь оставить отзыв. Отзывы я попозже оставлю, но безопасно здесь как бы пароль менять. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Мне проект определенно понравился. Буду продолжать делиться с вами результатами. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!